Пожаром закончился выходной в доме 24 по улице Авиаторов. На первом этаже горела квартира. На клубы черного дыма сбежались люди и вызвали пожарную службу. В квартире на момент пожара находился мужчина. Хозяин квартиры удалось спасти. Сегодня он находится в санучреждении. По предварительным данным отдела надзорной деятельности МЧС Ненецкого округа, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожарные машины выезжали по адресу два раза с промежутком в 20 минут. В первый раз горели занавески, подоконник и линолеум возле окна. Очаг возгорания мужчина потушил самостоятельно. Во второй раз загорелся диван. Справиться с ним горе-пожарный уже не смог. Что же стало причиной пожара, было это преднамеренно или случайно, пока неизвестно.